В этот раз все вместе россияне помогут маленькому Алексею Новикову. Ему еще нет и года. У мальчика врожденная патология формирования черепа. На лечение требуется 903 тысячи рублей. Многие считают, что мелочь – это не деньги. На них нельзя купить что-либо стоящее. Но каждая монетка может помочь малышу обрести здоровую жизнь. Принять участие в благотворительной акции можно в течение 3 дней. Время и место работы волонтерских пунктов вы видите на экране.